Прямо сейчас я реставрирую костюм 97-го года, полностью сделанный из пробок, из-под бутылок. Вот, я, получается, отрываю старые нитки и пришиваю на иголки на новые, на ткань. Реставрируют знаменитую коллекцию, отмеченную самим маэстро моды Вячеславом Зайцевым. Ремонтируют костюмы, отшивают себе новые. Покупка готовых сценических нарядов в школе моды Светлана под запретом. Костюмы создают исключительно воспитанницы. Тут я занимаюсь конструированием, шью, придумываю, творю. И также общаюсь с девчоночками, делюсь опытом, набираю опыт и очень весело провожу время свое. Хочешь выступить в таком костюме? Да. Нам пообещали, что на наш выпуск нашей группы, получается, 27-го года, мы будем выступать в этой коллекции. Школа моды Светлана открылась в 1989 году. Ежегодно в ней обучается больше 80 человек от 6 до 19 лет. Благодаря господдержке дети получают разнообразные навыки. Например, у нас коллекции есть, к примеру, посвященные творчеству Рериха. Соответственно, на изобразительном искусстве они проходят вообще тему творчества Рериха, потом они создают каждый там свою модель, потом объединяют в коллекцию, а потом уже мы на конструировании, моделировании, изготовлении изделий думаем, как же воплотить это в жизнь. То есть они проходят такой комплекс, но уже на хореографии с нашей любимой Надеждой Николаевной Вартанян они создают постановку, ставят, подбирают музыку и коллекция начинает жить. Сегодня школа моды Светлана – лауреат и призер региональных, российских и международных конкурсов молодых модельеров, а также призер национального чемпионата по профмастерству «Профессионалы». В этом году школа празднует свой юбилей – 35-летие. И 24 января организует большой концерт, где можно увидеть как новые, так и раритетные коллекции. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.